две точки. Первая, то есть вот эта, она вот эта вот, чуть пошире ноги. Пяточки отрываем, чтобы у вас было без тела. Получается, если вы здесь будете делать, а он локоть согнет, то на самом деле ему будет легче после вашего вот такими ноги пойти к вам на подпихов, потому что локоть у него свободный. Поэтому у вас рука вот сюда уходит, вот связки где натягиваются. Вот отсюда голова идет в пол. То есть не этот вариант, а вариант, когда вы вот то, что мы сейчас делали у Декиминаги, только вы забираете очень коротко голову. Раз. Мешает нам делать это также через нитью. Раз. Уши. Видишь, как пошел? Мне придется тогда голову удалять.